Привет, ребята, это Меткор и курс controlpaint.com, и сегодня мы поговорим о подборе фотографий для создания библиотеки текстур. В моих видео вы могли заметить, что я люблю пользоваться фотоколлажами. И если использовать их аккуратно и с умом, то при помощи коллажей можно сделать изображение богатым. Но самый важный аспект, о котором я не говорил ранее, это подготовка фотоматериалов для дальнейшей работы. Если у вас есть хорошая библиотека, то вам придется потратить куда меньше времени на наложение слоев в фотошопе. Мне кажется, что самые подходящие для этой цели фотографии это те, которые используются художниками в 3D графике. И мой любимый сайт cgtextures.com – это бесплатное хранилище фотографий с текстурами. И если там зарегистрироваться, то вы можете ежедневно складывать около 50 мегабайт. И постепенно вы можете собрать свою собственную библиотеку текстур, чтобы работать даже тогда, когда у вас нет доступа в интернет. Но на что нужно обращать внимание при выборе? И почему этот вариант лучше, чем просто зайти и посмотреть картинки в Google? Самый важный параметр это стандартизированность фотографий. Давайте посмотрим на фотографии кирпичей. Во-первых, этот сайт очень хорошо организован. Вы сами можете заметить подкатегории, в которых сотни и сотни разных примеров. Вы видите, как единообразны эти примеры. Они стандартизированы по нескольким параметрам. Можно с уверенностью сказать, что фотографии сделаны только профессионалом. И можно заметить, что угол камеры не искажен. Он всегда равен 90 градусов по отношению к плоскости изображения. И так текстуру куда проще замостить. Причем некоторые изображения, вот это к примеру, оно было создано специально для замощения. Если загрузить левую версию, то ее можно использовать для замощения во всех направлениях. Если бы фотографии были сделаны под углом, то они были бы сделаны в перспективе, и с ними было бы куда сложнее работать. При работе с такими изображениями вам сначала было бы нужно удалить искажение. А с такой фотографией создавать коллаж вообще одно удовольствие. И, кстати, еще один момент, важный при подготовке библиотеки текстур – это однородность цвета. Посмотрите на несколько примеров. Вот категория «Leaking» – протечка. Как вы можете увидеть, на некоторых фото видны небольшие тени, которые получаются при фотографировании при хмуром небе. На этих фотографиях нет направленного света, и это идеально. Падающий свет убил бы фото с текстурами. Вообще нужно, чтобы такие фотографии были освещены как можно более ровно. И так с ними будет куда удобнее работать. Если посмотреть на эти фотографии, то на них явно видно освещение. И можно сказать, где текстуры ярче, а где темнее. Хотя в определенных моментах это может стать плюсом, но в большинстве случаев подобная текстура станет проблемой при создании коллажа. Так освещение одной стороны куда сильнее, чем другой. Вам же нужны фотографии с ровным освещением, и, конечно, ваши фотографии с текстурами не всегда должны быть созданы для замощения. Тем более вы создаете библиотеку для двухмерных изображений, поэтому ищите изображения с интересными деталями. И помните, вы будете комбинировать различные элементы с различных фотографий. У меня есть 3-4 разных изображения с мусором. И я могу взять что-то с одного фото, а что-то с другого. И именно так я соберу все интересные детали. В итоге, когда я буду работать, я смогу создать нужную текстуру, чтобы та подходила для замощения. И при работе с Photoshop я считаю очень удобно иметь под рукой подобную коллекцию текстур. У меня текстур меньше тысячи, может около пары сотен. И поэтому я периодически скачиваю новые из интернета. Но все же очень удобно быстро найти из своей коллекции нужную текстуру и сразу начать с ней работать. И за счет бесплатных сайтов типа cgxtextures.com ваша работа значительно упростится. Поэтому запомните, когда вы будете создавать свою библиотеку текстур, обращайте внимание на единообразие и стандартизированность материала, на то, чтобы угол съемки был прямым, а освещение ровным. Будет удобнее работать. Удачи и спасибо за внимание.